Время играет против спецслужб. Дело правда касается государственной безопасности. Атака террористов произойдет в любой момент. Ей доверили избежать трагедии. Она потеряла близких друзей 11 сентября. Но среди своих оказался предатель. Я разберусь с ней. И теперь она главный враг страны. Она хочет, чтобы мы гонялись за ее тенью, а не за ней. Пирс Броснан. Миллионы зарабатывают на крови. Мила Йовович. Я права насчет заговора. В шпионском триллере «Уцелевшая». 25 января, 20:30, премьера на «Иллюзионе плюс».